У меня 5 шеф-машин для периметра. Честно, 5. С появлением новой линейки лаков от быстросохнущих, этот процесс, соответственно, становится намного быстрее. Кто-то просто разворачивается и идет дальше прям по этой пыли и говорит: а ничего, мешок все затянет. Здравствуйте, меня зовут Григорий, мастер паркетных работ, в Ленремонте, работаю 4 года. Добрый день, меня зовут Александр, циклевщик, паркетчик, работаю порядка 10 лет. Здравствуйте, меня зовут Алексей, мастер паркетных работ, опыт работы с 95 года. Если у вас мебель, которую вам не вытащить, мы просто, это все затягивает процесс, делается по полкомнаты, делается периметром определенному, то есть переставляется, передвигается, делается сначала подмена. С появлением новой линейки лаков от быстросохнущих, этот процесс, соответственно, становится намного быстрее. Вот, переставляем мебель, передвигаем ее, покрываем сначала под мебель, выставляем мебель, потом покрываем вокруг мебели. Да, это сложно, да, это создает проблемы нам, вам во времени, но это возможно, вполне. У меня 5 шеф-машин для периметра, честно, 5, точнее 3 и еще там насадок, в итоге их 5. Только для периметра. Да, это только для периметра комнаты. В любом случае пыль будет, от нее не избавиться. Ну, микропыль, это не назвать пылью, потому что у меня вот тоже случай был, я приезжаю, у меня женщина взяла и затянула все в пленку. Я зашел в периметр из пленки. Я говорю: а как? Мне вот сейчас я машиной буду проходить, у меня будет в нее засасывать она. Да вы что, говорит, сейчас же пыли будет. Я говорю: какая пыль-то будет? Да у меня, говорит, вот в прошлую комнату мастера приехали, я, говорит, в комнату заглянула, а их не видно. Их нету. Я говорю: как же ж так? Он говорит: а они там в пыли где-то работают, а в этом, в дыму. Тут все зависит от оператора, то есть от профессионала. Вот, например, человек проходит, там, да, часть помещения разворачивается. Что он делает? Я, например, выключаю машину, вытряхиваю мешок, пылесошу другую часть, где-то пыль лежит. Кто-то просто разворачивается и идет дальше прям по этой пыли и говорит: а ничего, мешок все затянет, когда эта пыль все там стоит облаком, допустим. Да? Если вам необходимо выполнить паркетные работы, укладку, шлифовку паркета, обращайтесь к мастерам компании «Ленремонт». Телефон 344-44-44.